В Твери готовится к открытию военно-учебный центр. Он будет работать на базе Тверского государственного технического университета. И уже 1 сентября будущего года примет 108 курсантов из числа студентов ТВГТУ. О том, как будет строиться обучение на вновь созданной военной кафедре и какие специальности можно будет освоить юношам и девушкам, обучающимся в стенах политеха, в материале нашей съемочной группы. Просторные аудитории, государственные и ведомственные знамена, пост Дневального и комната для хранения оружия. Совсем скоро в готовящийся к открытию военный учебный центр Тверского государственного технического университета придут учиться более сотни второкурсников. Из них будут сформированы 3 взвода, курсанты будут обучаться по нескольким военно-учетным специальностям. Это авиационный механик беспилотных летательных аппаратов, это сержантская специальность. Другая сержантская специальность – это командир отделения автоматизированных систем управления и связи командных пунктов. И третья ВУЗ – это оператор радиотехнических средств управления и связи зенитных ракет большой и средней дальности. Занятия в военном учебном центре будут проходить один раз в неделю. Срок обучения на сержантских должностях – 2 года, на рядовых – 1,5. После окончания обучения студентов будут ждать месячные сборы в воинских частях региона. В настоящий момент, рассказывают в Тверском государственном техническом университете, заканчивается формирование учебного расписания. Запланировано, что в понедельник слушатели военно-учебного центра будут находиться на его территории и проводить свои занятия. В это же время остальные обучающиеся будущего второго курса будут заниматься самостоятельной работой. Соответственно, расписание изменится таким образом, что все аудиторные занятия по основной образовательной программе будут запланированы либо на 4 учебных дня со вторника по пятницу, либо с учетом субботнего дня. Уже известно, что в программу обучения курсантов войдут дисциплины, связанные с боевой и огневой подготовкой, изучение воинских уставов и современных образцов вооружения. В военном учебном центре Тверского государственного технического университета есть все необходимое для подготовки высококвалифицированных военных кадров. Помимо учебных аудиторий, здесь также есть плац, где в будущем будут проходить занятия по строевой подготовке. Зачисление на военную кафедру ТВГТУ будет проходить по результатам сессий. Кроме того, в расчет будут идти и показатели спортивной подготовки. По окончании срока обучения студенты получают военный билет, а службы в армии по призыву они будут освобождены.